Это прекрасно. Вернуться сюда спустя сутки очень весело. Ведь все-таки нужно доиграть, дорогие пластиковые пупсики. Мы продолжаем играть в эту игру. О, нет. Боже, сейчас будет очень стрёмный момент. Я помню это. Не хочу. Очень не хочу, на самом деле. Ой, это, кажется, какая-то заправочная станция. Я видела автомобиль на заводах мистера Ярхема и мистера Саймона. Но здесь очень странный запах. Это не бензин. В этом я уверен. Здесь все свидетельствует о том, что эта машина каким-то образом очень важна. Ну же, папа, давай поднимаемся сюда сверху, лучше видно. Подожди, какой сверху? Стой. Так, только я не помню, где лежит бак. О, смотрите, это свинья. Кажется, эта канистра подойдет к тому... Как? Понятно. Ну да, подойдет. Я говорю, меня вторая часть напрягает вообще пипец как. Потому что меня бесят эти монстры. Быстрее, быстрее. Господи! Ну и дерьмо, что ты там пишешь? Дорогой, милый Бог всех блаженных и смиренных, я должен проложить себе путь к спасению. Схватить этот контейнер с его вонючим содержимым, покинуть это место до того, как сюда вернется этот почти человек. Я отправлюсь в церковь, ведь эта мерзость уж точно не сможет вступить на священную землю. Да, конечно! Ну и гадость. По-моему, я пришла не сюда. Представь, говорят они, машину, которую однажды будет мыслить как человек. Как будто это необходимо. Можно едва ли не хвастаться созданием человека, который плодится, словно свинья. Одержимые бездумной страстью извергают на улице свои соки, блин. Ой, то есть антимат. Просто, извините. Это... Боже. По переулкам и канавам ручьями льются отходы их сношения. Воздух полнится страстными поскуливаниями. Тело залито собственными выделениями. Да, блин, ну это... Мы создали мир, где человек настолько пал, что готов пролить семя даже на прохожих. Все же это то состояние, которое стремился Бэйбидж. Нет, это не та машина, что мы ищем. Подобная сущность должна быть самая... Меньшее божество, и мы да, что ж я сегодня читаю так криво? Предавались разврату, они будут существовать, чтобы очистить мир и освободить нас. Я отвергаю Бэйбидша, как я отвергаю облеченных властью. Пусть свиньи спариваются по канавам, пока могут. Скоро мы подберем их и облегчим им восхождение. Короче, про какие-то тут спаривания... Понятно. Что ж, добро пожаловать на кладбище. Сюда, папа, посмотри. Из него же кто-нибудь вылупится, мы можем забрать его домой. Да, родимый, конечно, мы можем забрать его домой. Я так понимаю, это то самое окаменелое яйцо. Лили танцевала на столе. О, да, молимся, возьмем, блин, крест не взять, как жаль. Да где свечка? А, вот она. Помогите, помогите. О, смотрите, это магия, и никакого волшебства. То я одену эту мантию ради моих детей и встречусь с любым кроющимся под алтарем ужасом. Так ты же сам сказал, в церковь никого не пустит... Тьфу, блин, Иисус никого не пустит, короче, никакую тварь в церковь. Блин, я так не хочу. Я так не хочу здесь с фонарем ходить. По-моему, я сейчас в дерьме. В самом таком причем. Еще хуже, чем снаружи было. О нет, тут есть живой человек.
Блин! Капец! Сердечко отожимается. У меня ручки вспотели. Они и так у меня сами по себе потеют, пипец как. Там и наркопритон пришла. Что? Я даже ничего не вижу. Ну ничего я не вижу. Подождите. Тут и так у меня яркость нормальная в игре. Я не понимаю, где она. О боже, она там. Фух, мы перешли на другую локацию. Боже мой! Вы чё... Блин... Там бегает эта хрень! А-а-а! Что там? Почему там фонарь? Там мигает фонарь. Понятно, он просто так. Или не просто так. Мне плевать. Все, я тут, я спрячусь наверху. Где я? О, страшное лицо, привет, давно не виделись. Послушай, Мандус, я скомпрометирован. Наши контакты должны быть редкими и короткими. Опасайся тварей, населяющих эту жижу. Путь, который ты ищешь, проходит под насосами. Когда встретишься с диверсантом, ты все поймешь. Бухло. Кто-то очень любил побухать. Я знаю, что они где-то здесь бегают. И мне это не нравится. Конечно, я знаю, что это всего лишь игра. Я в любом случае выиграю, но... Вот умеют же делать хорроры, да? Что происходит? Мне страшно. Да трэш! Такс, это просто какой-то бред. Вот, люди, я не знаю почему, но почему-то большинство говорили, что вторая часть не страшная. Да идите вы нафиг. Она меня пугает, пипец как. Меня первая часть так не пугает, как вот это вот чмо. Ой. Надеюсь, она не сюда идет. Как же ведь стрёмно. Тихо, тихо! Какого боку на меня нападают? Сзади. Просто повсюду. Ой! Блин! Они чё, рил, что ли? Пока. Пока, пока. Все, yes, я сбежал. Ящик привезли сегодня утром, и я приказал доставить его прямо в цех. Тело исключительно сохранилось, хотя от него и исходит легкий, но тошнотворный запах сырости и гнили. Объект имеет гуманоидные очертания, но отличается значительными искривлениями скелета. Торс обмотан кожаными ремнями, он также деформирован и свидетельствует о значительной мышечной массе. Трудно понять, что подвергался ли несчастный варварской операции или был изуродован от рождения. И кто-то пытался вернуть в его скрученному телу человеческий облик. Я не могу сказать, что он такое, но он издает ощутимый запах сферы. Подозреваю, что к его любопытному состоянию приложил руку мой двоюродный дед. Это же отсылки! Амнезия, призрак прошлого. Значит, это возможно. Значит, мы можем превратить тело в инструмент, ускорить эволюцию, упоминаемую мистером Дарвином. Но здесь мы с двоюродным дедом расходимся. Он выбрал для эксперимента людей. Но людьми сложно управлять, и они слишком сентиментальны. Нет, нам нужны новые рабы. Преданные, умные, сильные, легко
насыщаемые. Вот так вот. Поэтому они создали какую-то фигню, которая теперь, я не знаю, это исчадие ада. О, опять это страшное лицо. Быстрее, Мандус, найди поблизости вход, дети плачут в темноте, а вода продолжает подниматься. Вот надо вот так вот бросать постоянно, бросать трубку, пожалей свой телефон. Это же опыты над лягушкой. Ну и звук. Здесь меня за это не забанят на ютубе. Ну ё-моё. Ладно, это всего лишь был скример, надеюсь. Надеюсь, что это был скример. Блин, там стоит! Так, да что ж ты будешь делать-то? Почему он не кладет? А, так потому что... Я была только там, а еще тут. Это упало на его руки. Их разъело прямо на моих глазах. Остались одни культи. В следующий раз мы возьмем смесь из живого настоя и клетчатой жидкости. Нет, просто уберите его отсюда. Можете утопить его в реке, мне все равно. Эти свиньи, походу, это те же самые люди. Воспалено, горит кровь из всех дыр. Спереди и сзади стекает по ногам кровь и испражнения. Мои легкие в рвоте. На мостовую падают куски моих органов. Боже, вот выпей, сказал он. И я выпил из-за перемен. Вот, понятно, дети, никогда не берите у незнакомцев питьё. Иначе с вами случится вот то же самое. Из вас будут уходить кишки. Они колышутся внутри меня. Стоит чихнуть, как зубы выскакивают изо рта и разбегаются во тьме, словно мышь. Я не могу отыскать каждый. Нахожу, сколько могу, и заталкиваю обратно в серые десны пальцами, на которых крошатся ногти. Вот, выпей, сказал он, это поможет против лихорадки, потому что не каждый может выдержать перемены. На другом столе накрыт простынёй зверь. Не хотел я смотреть, но он тоже выпил, спрятал под простынёй и выпил. О боже, сколько же дерьма с кровью может выйти из человека перед тем, как он помрет. Пипец. Какая-то лихорадка слишком странная. Наверное, ОРВИ. Пипец, за мной бегут. Что ж, это было немножечко паникующе. Читай мне из папы писем быстрее. Ублюдыш ты мелкий, ты меня ведешь в преисподнюю. Упасть в гнилье. Опять мухи, да что ж такое? Ко мне и так сегодня мотылек залетел, я чуть не офигела. Я представляю, как там всем этим воняет, трупчиной всякой вот этой вот. Я не понимаю, оно там или нет. Я знаю, что это прыгает в воде. Кувыркается такая. О, да. Плавать-то я люблю. Пожиже. В дерьме. Канализация. Он теперь будет вонять водами канализации. Да, папа, теперь ты совсем близко. Меня куда-то сынки постоянно заводят. А, вот сейчас он, короче, побьет, на которую... Во-во-во. Вот это шоу! Как они сделали из этого людей? О! Какой, значит, он сильнее. Хотя нет. Она только теперь изранена. Какая милая картина. Вам как людям. Боже, господи, тут целое гнездо этих мерзких тварей. Это не ум, а мои инстинкты затащили меня так далеко. Я уверен, что где-то
этом сыром комплексе найдется способ спуститься еще ниже. Я не буду видеть их лица, когда они идут заниматься своими темными делами. И все же я наблюдаю за ними, когда они спят, едят и играют. И они так напоминают людей, они похожи на маленьких детей. И я не буду думать об увиденном, о тех стульях и клетках, и о том, как можно было слепить таких монстров. Ой, тут вроде можно посмотреть. Что она делает? А, она играет. Ну, они рил, как дети, тогда получается. Просто сидит. А тут что? И села дальше. Тут вообще спит. Ой, свинюшки. Вы что, предлагаете мне туда спуститься? Пришли куда-то еще ниже. Даже не знаю, хорошо это или плохо.